На международной выставке «Экспо-2017» в Астане сегодня официально открылся белорусский павильон. Первых гостей с традиционным радушием встречали хлебом с солью. Основная тема выставки, в которой принимают участие более 110 стран – «Энергия будущего». Она отражает озабоченность международного сообщества проблемой энергопотребления. Беларусь презентовала свои лучшие научные достижения – разработки для космоса, передовые лазерные приборы, новинки машиностроения, электробусы и другую экологичную технику. В центре экспозиции презентация белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Посетители павильона могут узнать об инвестиционных условиях. Одним из первых белорусский павильон посетил премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. Выставка будет работать ровно 3 месяца. Белорусский день намечен на 13 августа. Дизайн показывает, смотрите, природу. Здесь больше зеленого цвета, здесь больше показа нашего ландшафта, наших великолепных озер, лесов. Почему? Потому что показана та самая ценность, ради которой ведется поиск всем человечеством и нашими учеными новых подходов, чтобы оставить устойчивым это развитие экологическое. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко посетил торжественную церемонию открытия. Всего на Экспо-2017 прибыли 60 делегаций, в том числе главы государств и правительств, которые принимали участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Открытие выставки завершилось грандиозным мультимедийным шоу и фейерверком.